предсказать действия противника, а тем более такого сумасшедшего врага, как наш сосед. Он собирается десятки тысяч сейчас простых солдат, простых своих мужиков, просто кинуть живьем. Да, так, именно так, живьем на разминирование. И когда на это поле побежит 10 тысяч, 20 тысяч солдат, и будут просто, как делали фашисты Великую Отечественную, разминировали людьми, то рассматривать сумасшедшего соседа, он просто их всех погрузит в бочки и привезет на товарных цистернах, просто бросит на минные поля, как живьем, как тараканов, они будут бежать, погибать и так далее. Пока мужик русский не поймет, не очнется, а он никогда не поймет и не очнется. Поэтому надежда, возможно, в России на их мам, жен, подруг, любовниц, сестер, что они, возможно, очнутся и как-то все-таки этому помешают.